Лучшим призывником этого года признан Даниил Югов из Прилузского района. На втором месте сыктывкарец Руслан Рочев. Третий – Алексей Дедушка из Троицко-Печорского района. Награждение победителей и призеров республиканского конкурса прошло на базе лагеря «Чайка», где всю прошлую неделю юноши в возрасте от 18 до 24 лет представляли свои муниципалитеты и боролись за право выбрать род войск, в котором им вскоре предстоит служить. Анна Кетова пообщалась с настоящими мужчинами. Отвага, честь и воля к победе. Целую неделю в условиях военно-полевого лагеря будущие защитники Отечества боролись за звание «Лучший призывник Республики Коми». Здесь все как в армии. Проживание в палатках, отказ от телефона, воинский устав и непростые физические нагрузки. Алексей Дедушко – призывник из Троицко-Печорского района. В прошлом году в конкурсе участвовал его брат. В этом году решил и сам попробовать свои силы. За время пребывания в лагере мне удалось получить множество различных полезных практических навыков и умений, в том числе огневая подготовка, движение лежа, стрельба из пистолета Макарова. Мне удалось значительно пополнить свои знания с позиции общественно-теоретической подготовки, строевых уставов. В том числе мы научились миновзрывному делу, штурму здания в условиях города, а также неполной и полной сборке и разборке оружия автомата АК-74. Основам военного дела призывников учили грамотные инструктора. Правила построения, пользования оружием, миновзрывное дело, высотно-штурмовая подготовка и ориентирование на местности. Теперь все это участники военно-полевых сборов знают на зубок. Ребята выполнили все даже лучше, чем ожидалось. Мы сегодня производили штурмовые действия в городском режиме. Они сделали все отлично, прыгнули выше головы. А главное, они сплочились. То есть мы добились того, чего хотели. То есть ребята стали дружным, единым коллективом, понимают, что такое военная служба, не ударят в грязь лицом. И можно ими гордиться, каждым из них, потому что они сделали усилия, не сдали назад и остались до конца. Самое серьезное испытание – психологическое. Не каждый смог пройти проверку на прочность. Отличился призывник из Прилузского района Даниил Югов. Все задачи выполнил на отлично и завоевал медаль победителя. Понравились штурм здания, всякие задания на нападение, разминирование, стрельба из пневматического оружия, точнее из пистолета Макарова. Службы в армии Даниил не боится. Мечтает попасть в воздушно-десантные войска. И такая возможность у него теперь точно есть. Победители конкурса смогут выбрать род войск для прохождения срочной службы. Анна Кетова, Дмитрий Булаев, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.